третье место взяли с ним мы, точно. Это боевое. Мы его не выкидываем, все, он лежит. На хоккей как на праздник. И хотелось, конечно, немножко праздник выделиться. Людей порадовать, себя показать. И зашел как-то в интернете, что-то увидел индейцев. Я говорю, ну-ка, если Рома, давай посмотрим, полистаем. С сыном сидели. Я говорю, давай, ты лучше у меня шаришь в этом. Все, зашли на сайт, нашли аксессуары эти, заказали. Вот первый, то, что, который пришел, это воина, в Москве заказывали, пришел он. А на следующий сезон мы заказали уже более шикарный, богатый, это вождя у нас уже, это он вождя. Потому что мне и так и кричат, вождь Чингачгук вслед или так, вон наш, говорит, индеец идет. И поэтому мы заказали эти, но это действительно перья шикарные и богаче. И натуральная атрибутика черно-белая. На матч не пустим, мне кажется, без перьев сейчас даже на арену. Потому что это действительно все. Я захожу только через одну калитку и через одного контролера, свою там женщину, только через нее захожу. Ну, это все приметы. Это приметы, верю в них. Обязательно без этого, конечно, ни на какой матч не поеду. Я его тут подшил, подремонтировал, то все. Снег, пурга, не пурга, но едем поддержать свою команду, так как все равно поддержка нужна всегда.